Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш. Ну как трэш? Не трэш, конечно. А сегодня у нас веселье. Почему? Потому что будем пробовать проходить новую волну, которую добавили. Пришествие. 10-я волна у нас добавлена на сложном режиме. В обычном, как и было, 12. Здесь у нас добавилась 10-я. Что у нас есть по изменению? По изменению у нас получается плюс с 27, 18, 27 и сразу же плюс 9, 36. Вот так вот такая градация у нас будет. Поехали, посмотрим. Попробуем, посмотрим, какие шансы. Сами, как видите, добавили всего-то от 3 до 10. ЗП-шек там чуть-чуть добавили, но тут вопрос даже в выпадении определенных героев. Так, я не помню, что там у меня стоит по героям на... А у меня герои вообще собраны на этот, на битву гильдии. Ну ладно, то такое, думаю, затащим. Должны. Минотавр здесь, конечно, не спасет. Они хотят сказать, что мы не затащим. Да, должны затащить. L10. Что здесь такого мега-мега-вау особенного? Не знаю. Плюс 6. Мне интересно больше. Ого! Нифига себе! Махатма? Да ладно. Я не знаю. Это просто, наверное, будет жесть. Но по сути они развалили уже все здания. Все. Я не знаю, Махатму будет, наверное, сложно проходить. Просто тупо не дают. Сейчас я повыставляю героев. Здесь нету, конечно, супер питомцев. И, как видите, у меня тут герои даже толком не прокачаны. Я сегодня ролил новый талант. Ну, попробуем такой вариант. Это, конечно, круто. Ну что, поехали. Поехали, посмотрим. Нереально, конечно, нереально просто жестко. Махатма. Да жесть, это просто писец. Они угорают, походу. Чуть-чуть нам не хватило. Давайте сделаем, если у нас ту самую, сделаем сменку. Поищем еще кого-то. Я, кстати, не посмотрел, какого они там левела. 255-й левел. Офигеть. А на 9-ю сейчас глянем, что у нас на 9-й. Ну, тут тоже 255-й. Тут уже больше, наверное, количество. И новые герои. Ну, Махатма 105 самоцветов получили. Это, конечно, интересно. А, поехали. 36. Я офигею. Ну, с простыми мы справляемся на изи просто. Так, сердцеедка Лиги Лео. В принципе, такие проходятся. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило. Ну, здесь не максимальные прокачки героев. На английском сервере там будет поинтереснее проходить. Но мне вот интересно именно Махатма. Это просто нечто. Не знаю. Их надо очень-очень хороший баф иметь, чтобы их сразу же всех ушатать. Сердцеедки тоже сотрю. Не подарок. Все-таки плюс 9 героев.
Это дофига. Это не один, не два, это сразу же 9. Так, отлично прошли. Но пока что мы встретили только Махатму с таких жестких. Пятьдесят шесть самоцветов, минималку вообще дали. Трифит? Не помню, чтобы там трифит был. Ну, трифит, я думаю, его, хотя он тоже наносит дамаг, а не наносит такой интересный. В принципе, мы должны затащить их. Ты куда пошел? Давай дохни. Трифит как дерево, наверное. Я не знаю, знаете, вот с одной стороны локация для того, чтобы добывать камешки, но их хрен нормально здесь добудешь. Вот сколько я бегал, сколько я попыток тратил, такое себе. Конечно, как дополнительный вариант для бездоната, но бездонат вот такие вот волны точно фармить не будет. Особенно с Махатмой. Шестьдесят шесть минималку дают. Да, но Махатма, конечно, это жестко. Так, Инди вот разбирает. Все-таки как-никак плюс 9 героев. Блин, дофига. Надо все время юнитов нанимать. Против некоторых пачек. Просто тупо разобрали. Ну, на обычное нормально проходится. На первом левеле. Пока только Махатма, я не помню насчет Трифида, его тоже вроде не было, но Махатма, это конечно серьезно. Что же будет дальше, Зефир и Охники?
Может, они здесь есть, я не знаю. Подвисает, не хочет автоматом перекидывать. Нифига себе. Видали, не все так просто. Так, осколки дают от 2 до 12. Все равно разваливают. В принципе, тут везде осколки, а вот начинается с 5. Что 5, что это? Намного проще проходить. Я себе не дамажит. Так, отлично, зашитали. Наконец-то. Асуры, нифига себе. Офигеть. Да ну нафиг. Рину еще это такое полбеды, наверное. И то, они все включатся, они ж дамажат по всей карте. Не, ну Рину мы можем пройти, в принципе. Эй! Самое главное, чтобы дальше не забежали. Отлично, затащили. Просто нереально. Но асуры, хотя шанс получить асуру, в принципе, есть. У кого нету асуры, если вы на него попадете вдруг, то правда его убить, это... Посмотрите, что они делают. Они просто тупо ушатывают любого героя. Такое количество. 36! 36 асур, ребят, это просто жесть. Офигеть. Давайте попробуем на первом левеле просто его проскочить. Ну, осколками хоть шанс какой-то есть дособирать. Ну, эти не страшны, в принципе. Роза! Охренеть! Бля, ну вот это реально плюс, с одной стороны. С другой стороны, это просто нереально. Они просто будут сейчас пострить. Они процентуально наносят дамаг. Я не знаю, они расшатают. Но с другой стороны, можно всегда же пройти на минимальном левеле и получить хоть что-то. Ну, без проблем, посмотрите, разобрали. Ну, это я минималку взял. Плюс 2 осколка. Плюс, плюс. Реально однозначно плюс. Поэтому я смотрю, сюда нормальных героев подобавляли. Не знаю, какие здесь еще герои есть. Я не могу просто быстро переролить, но Роза, эти, в принципе, неплохо. Без доната на первом левеле могут свободно фармить дополнительно хоть какие-то осколки. Однозначно плюс. Давайте на первом сейчас быстренько так попроходим еще. Хотя бы минимум даже по минималке взять. Некоторые герои просто кайф. В общем, это еще один плюс. Я думаю, для некоторых серваков, где проблемно собрать определенных героев. Для бездонатов. Это реально плюс. Ну, по крайней мере, то, что я видел здесь Розу Махатму, это однозначно плюс. Вот плюс 5 осколков мы получили. Каждый день просто фармить, заходить и забирать хоть какие есть осколки, ну, однозначно плюс. Тем более, здесь убиваются они вроде нормально. We'll be right back.
общем, кто еще что-то увидел, пишите, ребят, в комменты. Ну, реально, тема классная. Хорошо, что они обновили здесь героев. Это однозначно плюс. Камни, как видите, все так же хреново падают, но это такое самое основное, что есть возможность дособирать некоторые осколки. Возможно, дальше будут поинтереснее, конечно, темы здесь, я надеюсь. Но тогда эта локация будет одной из топовых для фарма. Если сюда добавят каких-то редких классных героев, осколки. Ну, даже взять розу для некоторых серваков, она доступна уже и так, но для некоторых, например, как русский сервер, розу достать это без доната. Хоть какой-то маленький шанс, но все же есть. Конечно, надо попыток дохренище слить, но... Но, как видите, хоть что-то. По крайней мере, роза это однозначно плюс, и махатма здесь. Правда, их убить надо еще. Махатму слить, это, конечно, жестко. Будем пробовать на основе на английском сервере с максимальными прокачками. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.